Эрика. Это не игрушки. Это опасно. Ну ладно. Готова? Мы с твоей мамой познакомились много лет назад в больнице под названием Дельфы. Она была там медсестрой, а я врачом. По ночам мы рассказывали друг другу истории. Она рассказывала мне удивительные вещи. Истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки, которая могла видеть будущее в огне. Я говорил, что она волшебница, как та жрица. Возможно, ты тоже волшебница. Но это надо проверить. Выбери фотографию, какая нравится. А теперь закрой глаза. Соберись и призови на помощь силу древней жрицы. Найди свою мать. Попробуй угадать нужный снимок. О, увы. Но ничего. Все равно ты волшебница. Она всегда с тобой. Помни это. Хотя ее нет рядом, она остается частью тебя. Если бы ты могла видеть будущее в огне, что бы ты увидела? Ты ни в чем не виновата.
Все хорошо? Мисс Мейсон. Я сержант Блейк. Главный следователь по этому делу. Можно взглянуть? Я потом отдам. Ты часто это рисуешь? Это ведь греческий символ. Дельфийский эпсилон. Как у твоего отца. На медальоне был такой же. Рука принадлежала Акалу Джахару. Он работал в Дельфах. Ты там бывала вместе с отцом. Это связано с моим отцом. Дело твоего отца так и не раскрыли. Тут явно есть связь. Ты знаешь, что он основал Дельфы вместе с Люсьеном Флауэрсом? Вероятно, он тоже в опасности. Слушай. Над Дельфами установлен надзор. Организована охрана. Я буду работать оттуда. Тебе тоже будет там безопаснее. Thank you.
Наверное, они вышли покурить. Жди здесь, я сейчас. Подарок. Кто вы? Ты вся дрожала и цеплялась за отца. Он был весь в крови. Но он не тот, кем ты его считаешь. Следуй за музыкой. Ищи Алади Картер. Посмотри, что он с ней сделал. Ты увидишь, кем он был на самом деле. Что я найду? Не посмотришь. Никогда не узнаешь. Найди Алади Картер, Эрика. Посмотри сама. Thank you.
Какого черта ты делаешь? Она была в кабинете. Так и застыла. Зря время потратили. Смотрю, ты кого-то нашла? Зря вообще куда-то ходил. Он меня пугает. Уже поздно. Мы для него лишняя забота. Да и день сегодня нервный. Кто вы? Я сержант Блейк, главный следователь. Я жду доктора Баллард. А мне вот интересно, что эта леди делала в моем кабинете? Она наверняка искала вас. Прошу прощения, мы все устали. Сержант Блейк, меня зовут Роза Баллард. С главным инспектором вы знакомы. Сэр, это Эрика Мейсон. Очень жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах. Что нам сделать, чтобы тебе было проще? Все хорошо. Я благодарна вам за заботу. Идем. Я тебя провожу. Ты меня, наверное, не помнишь. Я работала с твоим отцом. В детстве тебя часто... Вы знали моих родителей? Конечно. Твой отец обучил меня всему, что я знаю. А твоя мать, она была великолепной медсестрой. Такая умная, веселая. Ну? Жить ты будешь здесь. Может, даже узнаешь место. Если что, администратор мистер Стейнбек всегда на посту. Загляни под кровать. Дядя Люсьен оставил тебе небольшой подарок.
Посмотри на ее руку. Она прямо как ты. Чисто. Кирсти. Да, тебе разрешили помогать, но только не в одиночку. Ты же знаешь, убираться без присмотра нельзя. Тебя это злит? Может, хочешь поговорить об этом? Брось, Тоби. Я пытаюсь играть. Оставь ее в покое. Да, пожалуйста. Привет. Сюда. Не обращай внимания, она немного того. Когда ты уже сдохнешь, Ханна? Я стараюсь. Что ты играешь? Это дельфийская ария. А написал ее кто-то. Не знаю кто. Садись, я тебе кое-что... Садись, я тебе кое-что покажу. Вот, видишь? Тут все просто. Четыре ноты. Пам-пам. Пам-пам. Остальное сыграю я. Кирсти. Все в порядке. Она права. Можешь кого-нибудь позвать?
Говорит, ты ее удивила. Керсти любит быть в центре внимания. Она у нас всегда такая невинная, но чуть что не так, сразу начинается. А ну прекратите! Эрика, пришел сержант Блейк. Тебя ждут в администрации. Войдите. Боже мой. Эрика Мейсон. Ты и так похожа на мать. Я тебя еще совсем малышкой помню. Я Люсьен Флауэрс. Коллега и друг твоего отца. Я узнала вас по портрету в холле. Я бы его поменял, но держу в память о твоем отце. Ты хорошо спала? К этому месту привыкаешь не сразу. Здесь жутковато. У девочек бывают тяжелые дни, но мы делаем хорошее дело. Я это знаю. Надеюсь, тебе будет приятно, но у меня кое-что есть. Твоя мать подарила это твоему отцу в день свадьбы. Я не смог выкинуть. Привет. Прошу прощения. Я сейчас общался с криминалистами. Эрика, похоже, убийца твоего отца и мистера Джахара одно лицо. Могут быть и другие неизвестные нам жертвы. Мне грозит опасность. Сейчас понятно одно. Убийца Джахара интересуется тобой. Если честно, данных очень мало. Но мистер Флауэрс придумал, как помочь тебе вспомнить убийцу отца. Я вижу какие-то образы в своих кошмарах. Силуэт женщины с пистолетом. Но это все. Это метод терапии. Он был разработан твоим отцом. Возможно, у тебя прекратятся кошмары. Это не больно. Опасности никакой. Я не могу. Простите. Эрика, послушай. Совпадений с делом твоего отца слишком много. Это не случайность. Если у нас будет описание убийцы, мы положим этому конец. Ладно. Ладно, я согласна. Изображение, которое ты увидишь, расслабит тебя и твой разум. Твой отец разработал регрессивный метод, чтобы пробудить в пациентах память о травме. Сначала проверим, все ли в порядке. Просто скажи первое, что придет тебе в голову. Небо. Хорошо. Прекрасно. Если вспомнишь что-то важное, запиши это. Я знаю, что столкнуться с прошлым нелегко, но помни, ты в безопасности. Начнем. Природа. Вера. Молоко.
тепло. Всегда было в тебе. Тихо. Что со мной сделали? Все хорошо. Ты рисовала. Ты все время рисовала. Почему она, Эрика? Почему твоя мать? Твоя мать говорила, что жила этим местом. Она здесь работала, здесь нашла любовь, родила тебя. А потом... и умерла. Доктор Баллард сказала показать тебе это. Пройти через подобное было невероятно трудно. Неудивительно, что ты увидела свою мать. Это процесс, Эрика, он требует времени. Не вини себя. Я попробую еще раз. Отдохни. Приди в себя. Повторим в другой раз. Идем. Я тебе кое-что покажу. Давай. Твой отец посадил олеандр в память о твоей матери. Ее любимый цветок. И мой тоже. Валите! Уйди! Отстань! Извини. У девочек бывают трудные дни. Некоторые из нас держат все в себе. Ханна, я думал, ты спишь. Это Эрика Мейсон, она пока поживет у нас. Я спасла ее от Тоби, героически залив пианино кровью. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Пойдем? Иди ты! Хватит! Или можешь зависнуть с Тоби. Вообще-то скоро обед. Может, сходишь перекусить, познакомишься с остальными? Да. Кто откажется от раскисшего сэндвича в компании незнакомцев?
Ладно, духи – хорошая мысль. Олеандр ценили в Дельфах, в Древней Греции. Считалось, что он открывает третий глаз. Его сжигали и дышали дымом. Жрицу посещали видения о будущем. Даже жаль. Могли бы просто вымочить и сделать духи. А я бы лучше заглянула в будущее. Эрика, подай спички. Они вон там. В левом верхнем ящике. Сейчас. Зажжешь? Теперь осталось только ждать. Вам повезло. Есть готовые порции. Поставь у кровати. И тебя ждет самый сладкий на свете сон. Наконец-то. Вставай. Тебе посылка. Что-то крутое. Что вы делаете? Эрике пришел подарок. Большой. Так красиво. Открывай. Боже, жуть какая! Осторожно. Посылку отправили вчера. Описания отправителя пока нет.
Вот, посмотри. Это квартира администратора Карла Стейнбека. Наши ребята уже там. Почему он сделал татуировку с этим символом? Раньше он был на вывеске. Он из храма Аполлона в Дельфах, это в Греции. Там была такая надпись «Познай самого себя». Твой отец решил, что нам это тоже подходит. После его смерти знак убрали, но татуировка Карла, конечно, осталась. Он мертв? Тело не нашли. Но это вероятно. Почему именно это? Почему кукла? Она у меня с самого детства. Но я не взяла ее в Дельфы. Нужно съездить к тебе домой. Я попрошу тебя осмотреться, проверить, все ли на месте. Заодно сможешь прихватить побольше одежды. Похоже, ты здесь надолго. Все хорошо? Пойду опрошу соседей. Или я выбью дверь. Я сейчас выбью дверь.
Карл Стейнбек мертв. Здесь произошло убийство. Ничего не трогай. В моей квартире кто-то есть. Жди здесь. Не выходи. Против меня. Но не верим. Что случилось с Карлом Стейнбеком? Не переживай. Он за дверью. Посмотри сама. Не забывай. Ты бабочка. И они очень хотят тебя поймать. Ничего не трогай. В твоей квартире никого не было. Пойдем отсюда. Эй, кого я вижу? Говорят, тебя преследует психопатка. Это правда? Говорят, это длится много лет. Да, она... Она жила напротив меня. А я-то думала, мне хреново. Меня будут оперировать. Ну, зато лекарство. Первый класс. Я вижу сны о цветах. Олеандра, они падают с неба. Утром. Когда я проснулась и... Нам пора. Посмотри в тумбочке. Они были у меня в руке. Ну вот. Не переживай. Все будет хорошо. Она не вернется. Все как всегда. Кровотечение, приступы. Она умирает. Никто об этом не говорит, но так и есть. Дай сюда.
Я вижу это во сне. Розовые лепестки. Как и Ханна. Я их тоже видела. Где Ханна? Ее нет. Ханны нет. Мы покажем тебе пару вещей из квартиры. Почти все в лаборатории, но с парой моментов нужна твоя помощь. Не волнуйся. Инспектор попросил привести тебя сюда, к нему. А в Дельфах это сделать нельзя? Я предлагал, но доктор Баллард категорически против. Учитывая историю с Ханной, наверное, она права. Прошу. Чай готов. Господин инспектор. Что скажешь? Похоже? Это она? Нет, чего-то не хватает. Ладно. А как насчет этого? Это из ее квартиры. Ее зовут Мия Грин. Ее зовут Мия Грин. Она лечилась в Дельфах. Она дружила с твоей мамой, очень о ней заботилась. Порой даже чересчур. Отчего ее лечили? С ней было сложно. Она была склонна к агрессии. Из-за трудного детства. Твоя мать поддерживала ее. Эрика. В ночь смерти твоей матери Мия Грин пробралась на пункт выдачи лекарств. Она умерла от передозировки. Боюсь, что нет. Но мы разрабатываем версию о чьем-то недосмотре. Мы запросили разрешение на эксгумацию, а пока постараемся отследить последний звонок через оператора. Помощь нужна? Спасибо, нет. Блейка возьмете? Резиденция Колкеров? Да. Это сержант Блейк. Сейчас буду. Мне пора. В Дельфах кто-то чужой. Я с вами. Нет. Это опасно. Ладно. Будьте осторожны. Эрика, ты как? У тебя кровь? Идите. Я за ней присмотрю. Ванная дальше. По коридору. Иди.
Здравствуй, Эрика. Скучала? Вы мертвы? Пока нет. В отличие от инспектора и остальных. Стейнбек, Джахар. Они были заодно. Тебя я не трону. Вы больны. Он отдал им родную дочь. Свою плоть и кровь. Я защищаю тебя. Не подходите. Твой отец сделал из меня чудовище. Он забрал у тебя мать, он предал тебя. Он продал душу дьяволу. Под Дельфами скрыта иная реальность. Туда ведут тайные проходы и спрятанные двери. Я подарила тебе медальон, ключ ко всему. И где он теперь? Но есть другой. Он прямо перед тобой. Замки в стенах. Найди замок и посмотри сама. В лесу. По дороге к Дельфам есть старая ферма. Я буду там. Приходи одна. Нужно было остаться. Никаких чужаков. Просто пациентка решила украсть лекарства. Которая? Тоби Нейман. Ей это не впервой. Ничего удивительного. Ты как? Я могу чем-то помочь? Вы сказали, она мертва. Но я видела ее. Это она? Не знаю, что тебе сказать. В ее могиле есть тело. Мы отправили туда бригаду. Нужно взять образцы, провести анализ. Постарайся поспать. Здесь ты в безопасности. Я не чувствую себя в безопасности. Все нормально. Просто постарайся поспать. Она точно ничего не сказала? Ничего полезного для нас? Нет. Ничего. Если что, я внизу. Thank you.
Кто здесь? Хотят видеть будущее ради наживы и власти. Но без бабочки ничего не увидеть. Вот зачем им твоя мать. Вот зачем им ты. Идем со мной. Что мне сделать? Дело в тебе, Эрика. Так было и будет. Она рассказывала мне удивительные вещи, истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом,
о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. Почему я здесь? Все началось отсюда. Работа твоего отца. Он испытал это на твоей матери. И на тебе тоже. Один вдох, и ты сделаешь, что скажут. Эта жидкость превратила нас в его рабы. Поставь у кровати. Я тебе обещаю, ты заснешь самым сладким сном. Отец посадил олеандр в память о твоей матери, ее любимый цветок. Я вижу это во сне. Розовые лепестки. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Жёг в лампе, Эрика. Тебе ведь это знакомо. Я умираю. Сколько вам осталось? Это не важно. Я чудовище. Я это заслужила. Отметина твоей матери. Вот что привлекло твоего отца. Вот зачем им ты. Девушка, которая увидит будущее в огне. Откуда вы знаете про жрицу? А ты как думаешь? Он был одним из них. Посмотри сама. Отец убедил Люсьена, что синтез науки и обряда позволит им видеть будущее и менять его. Вот зачем им твоя мать. Твоя мать жива, но она слабеет, а без нее они слепы. Мы застанем их врасплох. Мы остановим их. Мы освободим ее. Перережь провод. Оставь себе.
пригодится. Туда. Медальон. Видимо, запечатали. За мной. Его придется убить. Он поднимет тревогу. Заметят. Нужно вырубить свет. Тайной двери. У нас мало времени. Господи, я везде тебя ищу. Где ты пропадала? Вы что-то скрываете. Я ничего не скрываю. Я тебя искал. Скажи, что случилось? Все хорошо. Мы должны идти. Тебе нельзя рисковать. Освободи свою мать. Сделай это любой ценой. Возьми. Пообещай. Если придется. Не трусь. Обещаю. Спасибо.
Сюда нельзя. Тоби нужно лечение. Разбудите ее. Тебя ищут? В саду нашли тело. Мне кажется, ты больна. Прошу, позволь мне помочь. Разбудите ее. Это опасно. Кроме того, вывод из-под наркоза требует времени. Я подожду. Когда мы извлечем трубки, у нее начнутся судороги. Но я введу ей эпинефрин. Он в шкафу. Его нужно вколоть в сердце. Тоби! Кирсти, беги! Я знаю, здесь опасно, но я не брошу Тоби. Ее надо разбудить. Вытащи из нее трубки. Она мертва. Что случилось? Это я. Пожалуйста. Опусти пистолет. Что бы ни случилось, мы с тобой во всем разберемся. Обещаю. Ну вот, давай поговорим. Что здесь происходит? Что вы скрываете? Это больница. Просто больница. Эрика, милая, ты же бредишь. Пожалуйста, успокойся, ты меня пугаешь. Думаю, ты больна. Тебе необходима помощь. Вы лжете. Зачем мне лгать? Я хочу помочь тебе. Только и всего. Ты опасна. И даже не представляешь, насколько. Я вам не верю. Ни единому вашему слову. Ты и не обязана. Ты ворвалась сюда с оружием, и
целишься в меня, ты готова выстрелить? Боюсь, это уже далеко не впервые. Тебе нужна помощь. О, Боже, что ты наделала? Я не чокнутая. Ты точно можешь это утверждать. Тебе нужна помощь. Прошу, поверь мне. Опусти пистолет. Мия Грин мертва, Эрика. Все это только в твоей голове.